Юрій Алєксєєв. А що не достига? Ми тут не грали. Браво! Олыс бәбелергер барстар паралар дехтін барымын, онтан жүлдер сөйбет, тоқ деханатығыт. Изабелла? Ну, благодарю за прекрасный танец. Ну, безусловно, испанский танец у нас подразумевает жгучую смесь всех эмоций, да, ненависти, страсти, любви и желания убить. В данном случае у нас убийство свершилось, да? Я получила колоссальное удовольствие от подачи номера, да? Видно было, что какие-то элементы не получаются, да? Но тем не менее образ держался у Люси от начала до конца. Вижу хорошую работу педагога, который конкретно работает с ней, чтобы она была эмоционально готова к танцу, потому что танец начинается не только с движения рук и глаз, да, а танец начинается здесь, в душе и в сердце. Молодец, умничка, но чуть-чуть не хватило головы, да, вот этот вот, вот прямо потяни, рассекай своими скулами ветер, да, прямо рассекай, вот, вот чуть-чуть этого не хватило, а так молодцы, шикарный номер. Спасибо. Надежда? Ну, я нисколько не сомневалась, что эта пара выберет именно испанский. Огненная пара, темпераментная, очень энергичная. И вы растворились в этом, в этой Испании. Ну, Испания вообще моя любовь. Я очень люблю, когда выбирают именно, ну, вот на конкурсах, и выбирают именно испанский, и именно проживают это. Любой танец, испанский, грузинский, русский, тут не важна лексика, композиция, здесь действительно душа нужна. И вот здесь этого было полно. И хотела еще одно отметить, танцевать, вот начало танца меня поразило. Всегда танцевать в тишине очень сложно. В тишине ввести зрителя вот в этот транс, в это настроение очень сложно, но вам это удалось. Спасибо. Спасибо. Дмитрий? Большое спасибо, Люси и Юрий. Вот мне выход тоже очень понравился. Танец очень профессионально поставленный, есть начало, есть конец, есть история. Самое главное у испанского танца, конечно, это вот внутренняя драматургия. Это у вас есть, красное бестие, каждого вот ча-ча-ча, да. Каждый раз все лучше и лучше. Молодцы, я просто говорю браво. Грация. Спасибо. Спасибо. Люси, Юрий, дальше провожаю вас к Алене. Кытачылар профессиональные качестволарын тын жүлдер сүбе, кычықтағаны наға чүгейдік, бәйті ұрытан көрін ханатын әтер, кейі істе олыруын бағарар, көрді қытуқтағаны алға соқ сұйға тақсыбата дейін көр бүтін кеннер қаяндағаны туынары белеті көрілдір әттіқтеріне бейді өйден көрі бітті. Отыманна оны дағатын әтеметі Юрий Сақалы өйдір. Сақалы өйдір. Аға, мұны нары итәтшілер сөп, Сақалы өйдір дүжен. Оны түн әғітіне әғірделейбін. Аға, әйті Надежда Андреевна әппетін күрдік әйге. Бұ испанский үнкіні талыға ден хөп кітай бұты бітті. Әйге қонтын атын үнкі басы бат күрдік те. Аға. Атыттар талың күрдік үтті бәтер олық Испания деті етті. Атыттары, аға, қолабыра цыганская инкюни турора бытуйня, но куда опыт? Он сам говорит, хотели польку, хотели вот. Кавказский, хотели... Еще много чего хотели. Ага. И остановились все-таки на Испании. Ола тэхэги, Люси к ярдем билер болах кэтте. Ага. Сөйіп ұнытын, бейгіттен әте инстаграмға дағаны, ватсапқа дағаны ұйыталар. Юрий Алексеев тұғын ұнытын бары дағаны істенбелер болуқтақыт. Ұрут кенетін үнкіл бағы үнкіл әбітті спортивнай, бұл спортивнай бәліне үнкілерге Аня. Аня жұп с вами болады? Да, Аня. Ага, все спрашивают, где Аня? Аня Егорова, сейчас она Николаева, живет в Москве. У нее двое детей, муж, и при том совсем маленький ребенок, он родился летом. Да, девочка. Общаетесь?
Да, конечно, общаемся. Ну как, переписываемся, сейчас времена такие. Ага. Аня уна Юрий, медренькем нерегонтон бүтін Европаны, бүтінні керген арас көрехтерге местелеген тон республика атын атапы жоннордан биддестері болалар. Люсиен тон ән бу үнкінің күлен барыңын төәстіннің, хатын наден келеді бұл? Астынан именно характерін, бүнкі характерін астын бұдым. Олох мені де менің бәмілі аспық әппетім күрдік эмоциональный байбын. Оныттан бұ үнкі характера меға бастар демін қайдағара бәйбір ұлымыдым. Жүгей бай. Ота сұғы алғас оңырдықын атаватық қаны мөгілліғынды? Оттан мөгілліғым да. Ол мөгілліғы әппін просто бәйімдіғаны әм бір қатылан, то хем бір қатылуым болла. Өзің тұран табылып атақ движениялар бұн хем бір оңыр қатачым. Сөп, отын күжік тағаны бұл үнкі барта үлеттен, сыраттан тақсары білеген жүлдер сөбәсі ана болын істеген. Айхал? Жарек күндік ұрачылар көргі күддік жүлдер сөбәсі ана бұла күйір бүт, оның әге костергетігер әрінебен. Жарек онына Надежда Танхалыха. Бес! Да. Дмитрий? Бес! Грациас! Забелла? Ну, прежде чем сказать оценку, да, я хотела бы обратиться к Юре. Юра, обрати внимание на плечи Люси, они задираются, да? Вот это вот нужно исключить. И хотела бы все-таки увидеть смену образов на будущее. Пятерка. Спасибо. Итого 15 баллов. А сейчас мы посмотрим, сколько голосов собрали наши Люси и Юрий. СМС-голосование. Так, 70. Ой, 274. 274. Тем я вас поздравляю. Спасибо.